65 лет не так уж мало. Можно уж итоги подводить. Ну а если все начать сначала, как бы захотела ты прожить? Что в своей бы жизни ты ценила? Что бы в ней хотела изменить? Повторила бы, что в жизни было? Или стала бы по-иному жить? Как и прежде, ценишь ты правдивость, бескорыстие и доброту. Ты к богатству вовсе не стремилась, было бы прикрыть чем наготу. В доме тайных не было копилок, и теперь ты их не завела. И по жизни, как ни трудно было, ты по-честному всегда жила. Никому никогда не солила, те, кто знает, могут сказать, и родных своих очень любила. Так чего же еще пожелать? Вдохновение в творчестве, удачи, время ты с годами не спеши. Как и раньше, чувств своих не прячь, продолжай дарить тепло души. Браво! Это, наверное, та же самая история, как с Татьяной Николаевной. Да, продолжай.